Здравствуйте, уважаемые зрители! Что такое формировка пальмита? Пальмита – это плоское дерево. Вот оно было широким, а если отсюда смотреть, то оно узкое. Это практически идеальная пальмита. Опять широкое. Вот маленькое дерево вишни. Оно должно расти круглым, как все деревья. Но мы сделаем из него плоское. Вот эта ветка. И эта ветка. И эта ветка. Будут образовывать у нас плоскость. Все, что выходит за пределы плоскости, мы удаляем. Удалять будем здесь две веточки. Вот расположено ко мне. Удаляем ее. И вот расположено ко мне, выходит за пределы плоскости, удаляем. Все. Дерево плоское. Пока, спасибо за внимание.